Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортивную борьбу из летних Олимпийских игр 2020. Предварительное решение, принятое тайным голосованием, касается греко-римской, вольной и женской борьбы. Так что рискуем остаться без золотых медалей. В единоборствах россиянам нет равных. Только в Лондоне в 2012 году наши борцы завоевали 11 медалей, и 4 из них были золотыми. По сообщениям Международного олимпийского комитета, вместо борьбы в программе игр могут появиться карате, спортивное скалолазание, сквош, ушу и роллер-спорт. Окончательное решение представители МОК объявят в сентябре этого года.